Ты заебал меня! Он если попадает магической стрелой, от нее я хуй знает, невозможно увернуться. Она тебя сшибает с коня инстантно и снимает очень много хп. Это какое-то проклятие просто. Ты не понимаешь, в чем прикол? Почему челики, которые указывают на деревья, стоят после деревьев, когда уже дерево не знаешь, где находится? В чем логика? Стой. Там... Тогда было бы логично, но... Я не могу идти с другой стороны. Наверное, да. Переебал у меня стол. Блядь, он от меня ускакивает. Я его забагал, кажется. Или нет, я не понимаю, в чем бегает от меня. Ебал, я не такой страшный. Стой. Давненько в подземелье не выходил. О! Я его убил! Молодец. И за 70 годов. Так, сейчас с него должны звезды упасть. Да, да. Это для квеста девочки. Оно не сами по себе. Ебать, как много звезд. Да, это жестко. Колька? Красава. Ну вот. Так когда у меня было 3.30, чтобы ты понял, я